Дмитрий Николаевич Гусев родился 27 февраля 1975 года в Томской области. В 2001 году, когда он получил диплом о высшем образовании, его приняли в труппу театра на Юго-Западе. Дмитрий Гусев был задействован во многих спектаклях. В театре актеру хватало работы. Что касается кино, то фильмография Дмитрия Гусева берет свое начало в 1993 году. За все время карьеры актер успел сыграть более 140 ролей. Почти все его роли были небольшими, но даже эпизод запоминался многим зрителям. Дмитрия Гусева можно увидеть в фильмах «Судебная колонка», «Папины дочки», «Глухарь», «Закон и порядок отдела оперативных расследований», «Паутина», «Кухня» и во многих других. Есть. Добрый день, с вами Женя Васнецова, и это новости спорта. Сегодня... В 2015 году вышел мини-сериал «Вторая жизнь», где Дмитрию Гусеву досталась одна из главных ролей. Он сыграл следователя по фамилии Ракицкий. Следователь по особо важным делам Ракицкий. Простите, но мне необходимо задать вам несколько вопросов. Несчастье с актером произошло 13 января 2021 года. Ближе к вечеру его нашли мертвым в собственной машине. Рядом на объекте находились рабочие, которые обратили внимание на газующую, но не трогающуюся машину. Прибывшие медики констатировали смерть актера. Причиной этому стала острая сердечная недостаточность. Дмитрию Гусеву было всего 45 лет. У него осталась жена и двое детей. Актер нашел свой последний приют на Востряковском кладбище Москвы.